Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Star Viking Forever. Ну что же, давайте приступать. Play. Так, Viking Ship, то есть корабль викингов. А у нас, интересно, русский язык есть или нету? Давай посмотрим. Итальянский, португальский. О, русский язык даже есть. Слушай, вот это прикольно, можно связать. Но это я сделаю, наверное, попозже. Так, корабль викингов. Что происходит? А что, собственно, тут происходит? Победить соперников. 4. Играть. А что, вот так вот прям без какого-то обучения? Без всего? А может быть, сейчас нам объяснят, что нам нужно сделать? Погодите, возьмите это золото. Это, ребят, какой-то улитка. Нам нужно только изваяние. Если вы что и получите, так это пинок под зад. Куртка, ясно. Чтобы пройти этот уровень, вам нужно победить 4 соперников. Мне все ясно. Так, перетащите викинга, чтобы пройти дальше. Куда? Вот сюда его перетащить? Хорошо. Викинги автоматически атакуют занятые клетки. Ага. Так, мирная улитка. Это мирная улитка. Еще объясняет. Они пришли за каким-то, ребят, изваянием. Не знаю, каким. Выберите для выстрела. Ну, давай еще разок бомбанем. Да, нанесите удар по кувшину, чтобы забрать золото. Конечно, сделаем это дело. Так, перетащите всех викингов к выходу, чтобы пройти дальше. А я вот пройду вон золото... А, нужно нажимать. Все, я нажал. И, естественно, ребят, с вами двигаемся дальше. Это первый был коридорчик. Теперь у нас второй коридорчик. Это становится забавным. На помощь. Достигните цели, чтобы победить. Я понял. Это вот, ребят, последние противники. Нам нужно 4, да, было уничтожить. Так, у них, кстати, 2 хпшки, как мы видим прекрасно с вами, да? Слушай, а я могу? Нет, не могу, ребят. Я думал, мало ли, вот сюда поставлю, и он автоматически будет бомбить. Нет, пока все отлично. Ну, улитки, сами понимаете, это ватный противник. Победушка за нами. И поверьте мне, здесь будет очень и очень много персонажей. Торг. Такой, воу. На позитивчике парень, да? Кстати, музыка мне, знаете, чем-то напоминает из игры Iron Maiden-то, как она называется-то? Legacy of Beast. Кстати, надо будет в нее вернуться, немножко поиграть, вам не кажется? Ну что же, дальше мы с вами получили 205 опыта. Я думаю, что нам это что-то даст, повышение какого-то уровня. Так, корабль викингов опять. Мы можем вот сюда перейти. Погоди-ка. Ответный удар вторженцев. Эти улитки не такие уж и мирные. Ага, значит, они были вначале мирные, теперь уже не мирные. И нам всего лишь нужно победить 3 противников. Хо-хоу, подожди. Чтобы пройти этот уровень, вам нужно победить 3 соперников. Это я уже понял. Секундочку, у нас тут, ребята, еще какие-то штучки будут. Вот 5 золота я вижу, а вот это что такое? Ранец пуст, у меня еще и ранец будет. А что я должен сделать? Уничтожить вот эту штуку, да? Так, нажмите, чтобы... Что там сделать, не вижу. Кликните на рычаг, чтобы использовать пушку. Нанесите удар по рычагу, чтобы открыть ворота. Так, я бы и с радостью, но у меня почему-то не получается. Мне, наверное, нужно вот эту штуку вначале разобрать. Что-то мне подсказывает. Или не получится? Ха, нет, ребят, не получается. Так, а... Нанесите... Так, а я не могу нанести. Кликните на рычаг. Странно. Я, значит, не могу... Ну-ка. Да не могу я, ребят, ничего сделать. Вот эта штука мешается мне, и все. У нее здоровья нету. Нажмите. Ну, нажал. И все, что вы пишете, это то, что мне нужно нажать. Или тут, ребята, вот эта вот штука вся мешает. Да? Вот эти вот, я не знаю, слишком большие буквы, может быть. Я должен нажать на рычаг, но у меня не получается. Кликните на викинга, чтобы использовать его навык. А, может быть, вот так надо было. Господи. Что ж ты будешь делать? Вы хоть объяснили бы сразу бы, что энергия обновляется, когда вы проходите дальше. Ну, я понял. Так, давай, нажимаем рычаг.
А, тут еще, ребята, оказывается, игрушка-то с ребусами. Тут уже нужно подумать, а не просто так. Это уже не мирная улитка. А ну валите с моего корабля, скользкие твари! Гррр. Так, улитка-мутант в ответ на нападение атакует клетку перед собой. Ах ты жулик. Так, соперники реагируют, когда их атакуют. Ну, бомбанем. Так, когда у викингов заканчивается здоровье, баллы жизни, они погибают. Ну, это понятно, это 40 опыта мы получили. Погоди секунду, а мне сейчас специально суждено погибнуть? Ведь так? У меня другого варианта нету, кроме как атаковать. Упс, вы погибли, но вы еще учитесь, так что попробуйте снова. Хм. Погоди. А что я могу здесь сделать? Ну, это понятно, что я могу атаковать. Он мне в ответ дает атаку. И здесь я его подбиваю. 40 опыта получаю. Так, а подожди, а в чем прикол? В чем прикол в плане того, что я могу здесь сделать? У него 2 хп, у меня 1. Идти я могу только вперед. Но... сейчас, естественно, он меня подобьет. Но у нас 3 энергии есть. 3 энергии. Энергию я как-то могу использовать? Погоди-ка. А как мне здесь сделать? Он мне сейчас так и будет, ребята, писать, что вы еще слабы. Слушай, что-то я здесь неправильно, по-моему, делаю. Да нет, он идет. У него почему-то нет вот этой вот... вот этого вот удара. Нажмите, помните, как мы с вами рычаги открывали? С помощью вот этого вот удара. Когда у викингов кончаются баллы жизни, они погибают. Так, огнетушитель. Это все не то, ребят. Улитка-мутант атакует клетку перед собой. Значит, мне как-то вот... ну, нет. Нужно... или это только действует на обычные, ребята, предметы? То есть там рычажки и все. Ну, тогда мне здесь вообще не пройти. Понимаешь? А мне здесь просто-напросто не пройти. У меня очки баллы жизненные их закончатся, и я погибну. И я не смогу его издалека бомбануть. Ага, вот оно как делается, ребята. Нужно, кажется, ну, вот так вот на него вот кликаешь... а потом только нажимаешь. Все, викинг, я тебя прекрасно понял. Ну это же пупеть. Слушай, ну тогда здесь, конечно же, будет победа за мной. Энергии у меня нету больше, и я могу просто выстрелить, в конце концов, в этого мутанта. Да. И, конечно же, забрать наше золото. Так, и двигаться, конечно же, далее. Еще один соперник будет. Еще один. Где он там? Вот он, а он на другой клетке. Викинги могут ходить только вперед. Ну. А бомбить я могу куда угодно, да? Понятно. Хе-хей. На-ка, получи. Да, ребята. Ну, потихоньку разбираемся, правильно сказали? Ты только учишься. Слушай, а что это вот такое вот? Желтый, синий. Вот, ребята, видите вот эти вот ячейки? Вот здесь вот у нас будут еще следующие викинги, судя по всему. Ну что ж, давайте двигаться дальше. Это, я так понимаю, вообще у меня сейчас обучение идет, да? И мы с вами переходим вот сюда. Комбо-лихорадка. Враг моего врага, мой враг. Пройти 4 этапа. Награда 2000 опыта. Думаю, не кисло. Ого. Так, нужно пройти все этапы. Улитки, что там, глуповатые, атакуют друг друга. Создайте комбинации и используй свой навык викинга. Погоди, а какую я могу, ребят, здесь комбинацию взять? Ну? Ах ты! Ты посмотри, как прикольно, ребят. Погоди-ка, секунду радоваться-то. Давай еще. Пиу! Ой. Так, секунду. Я уже профукал, да, ребят? Я уже профукал. Давайте-ка начать уровень заново. Слушай, секунду. Нам нужно бомбануть вот сюда. Она сейчас начинает кусать друг за дружку. Слушай, а теперь-то как?
Если я буду выстреливать, они... Хм. Давай, короче, тогда так сделаем. Минус. Минус. Слушай, ну да. Нам придется тогда вот так сделать. Эту улитку мы с вами бомбим. Вот эту тоже бомбим. А эту просто убиваем. Да, вот это вот оптимал. Ну что же, мы с вами продвигаемся далее. 4 этапа нам нужно пройти. Ага. Вы не обязаны победить всех соперников. То есть этого можно не трогать, да? Но если ты хочешь золото, соответственно, ты должен. Ладно, давай вот так вот бомбанем. Так, отлично. Нет, погоди секунду. Мы вот здесь просто убьем. И эту улиточку тоже с вами подобьем. Хорошо. Так, здесь нам надо сделать вот такой вот трюк. Бамс. Теперь просто ее убиваем. И, с вашего позволения, я хочу вот это, ребята, золото забрать все-таки. Я думаю, что оно мне пригодится. И вот эту улитку я уже, естественно, не смогу подбить. Так, это был второй этап. Это третий. Третий этап. Плюс 3 энергии мне дали. Тут самое интересное, что... Что мы с вами вот бомбим сюда. Слушай, это у нас своего рода головоломка, да? Мы думаем с вами. Это не просто там какая-то атака. Это нужно еще подумать, что здесь нужно сделать. Так, шикарно. Уничтожили. Уничтожили, соответственно, я это золото заберу, с вашего позволения. И здесь мы добьем эту улиточку. Бамс. И вот так вот, шик и блеск. Продвигаемся с вами далее. Последняя стадия, четвертая. Ой, ой-ой-ой, это кто такой, ребят, смотрите. Вулканическая улитка в ответ на нападение атакует все соседние клетки. Так. А ну-ка, если я так сделаю. Ах ты, как это замечательно. А ну-ка, бомбим. Ах ты, ты видел? Так, подожди, викинг, а мы с тобой даже назад не можем отойти. Так, здесь я немножко лопухнулся, ладно, бывает, бывает. Так, отлично, давай еще бомбанем разочек. Ать. Золотишко-то я заберу, заберу. И теперь просто расстреливаем. Все, на самом деле ничего сложного нету. Мастер Торг, вы читаете мои сообщения? Ты же в курсе, Один, что я вообще читать не умею. Где, черт возьми, все остальные? Боюсь, что остальные звездные викинги заняты. Заняты загробной жизнью, скажем так. Типичные неудобства космических столкновений на большой скорости. Ну и причиндалы, Бальдра. Как так вышло? Хотелось бы мне забыть, как это вышло, Мастер Торг. Но у меня превосходная память с поддержкой аудиовизуальных средств. Победа. Где остальные? Они заняты загробной жизнью, видите ли, понимаешь? Им не до нас. Ух ты. Рассказчик. Еще час назад наши герои летели со скоростью света. Торг. Ты же знаешь, я пролетела бы 1000 световых лет... Чтобы только... И в тот самый момент таинственный инопланетный артефакт держит курс на прямое столкновение с кораблем викингов. Ведь ты нужен мне, я скучаю по тебе. У нас прямо по курсу неопознанный объект. Крайне рекомендован поворот на 4 градуса. Ну, или можно врезаться в него, а мне-то что? Ну уж нет, это лучшая часть песни вообще. Весь корабль викингов сотрясается от оглушительного удара. Что это было? И без мощнейшего компьютера галактики вы не осознали, что случилось. Мой диск Ванессы Викингстон сломался. Это что такое у нас? Надеюсь, лучшая часть песни стоила того, чтобы разрушить наш корабль. О боги, что это за штуковина, в которую мы только что врезались? Я могу предоставить полный отчет о данном инопланетном артефакте. Это... Да, у этой штуки идеальная форма для подпорки под столик.
Конец шатанием контрольной панели. Вот это повезло так повезло. А мне вот повезло в том, что через несколько миллиардов лет вселенная остынет и все погибнет. А мы что, столкнулись еще с одной подпоркой? Это сигнал тревоги о вторжении, и я засек наличие множества форм жизни на борту. Я бы предложил план действия, но вы все равно не будете слушать. Вторжение. Наконец-то что-то поинтереснее Ванессы Викингстон. Надерем же скафандры парочки инопланетян. Тем временем на другой стороне корабля просыпается кое-кто еще. Торг получает, ребята, опыт. У него до сих пор еще первый уровень, как мы видим. А кто еще просыпается? Где остальные викинги? Дайте мне, пожалуйста, викингов. Так, ну что же. А мы с вами переходим вот на этот уровень. Еще один викинг. Познакомьтесь с Плутоном. Он викинг-танк. Плутон? Где же этот Плутон? Ой, ёхлымэны, ничего себе. Непонятный шум. Непонятный шум. Так, пройти два этапа. Викинги-танки могут толкать предметы вверх и вниз. Перетащите дверь на свободную клетку. В плане. На свободную клетку, а... Так, погоди секунду. Дал... Перетащите... Так, перетащите дверь на свободную клетку. А как я ее должен перетащить? А, вот так вот. Тоже надо выделять. Все, я понял. Так, ну что, мы с тобой проходим дальше, танкуля? Да, мы с тобой проходим дальше, все отлично. Так, золотишко, спасибо. Двигаемся дальше. Это все-таки игра-головоломка. Как ни крути. Ой, холмены. Так, а еще викинги... Танки крепкие. Да я вижу, у нас 6 здоровья. Что мы можем? Можем? Нет, мы, ребят, не можем этого аглоеда передвинуть. Нам придется вот так вот бомбить. Погоди секунду. А выжить-то мы сможем? Погоди-ка. Если мы возьмем... Я не могу. Ну и здесь же я не справлюсь. У меня не хватит здоровья противостоять вот этим всем олухам. Ведь так? Придется атаковать, получается. Ага, предположим. Так, и последний, ребята, удар. Ну, смотрите внимательно, у меня осталось очень мало здоровья. Я передвинуться сам никуда не могу. Ну и что, что я крепкий? Ровным счетом никакого преимущества мне это не дает. Верно? Верно. Погоди, ну а как же я тогда должен... Как же я должен тогда выбрать, куда переместить цель? А ты наверх же не можешь переходить? Нет, ты не можешь вообще ничего делать. Ты только можешь передвигать предметы. То есть буквально, ребята, мне не хватает одной единички здоровья, да? Для того, чтобы выиграть. То есть он меня сожрал. А в чем тогда подвох? В чем подвох? Что мне здесь можно сделать? Ты можешь сюда перейти? Почему-то не может, ребята, он перейти. А так было бы неплохо, если бы он сюда мотанулся бы, и все было бы четенько. Погоди секунду. Ну а как же мне тогда быть здесь? Я перемещать живые цели не могу. Толкать. Только толкать он может. Ну это же бред. Ребят. Ну или... Ну давай посмотрим вот это вот. А, вот, вот он как может. И что? Подожди-ка, могу? Или не могу? Смотрите, ребята, подсвечиваются. Отодвинуть сюда? Хм. Так, и что? И что мы можем с вами дальше сделать? Если я пройду сюда, это мне ничего не даст ровным счетом, да? Зачем я это сделал? Закончилась энергия, я уже понял. Я понял то, что я что-то не так Да блин! Ладно, хорошо, сейчас быстренько, ребят, с вами пройдем. Понимаешь, в чем проблема? Дают тебе нового робота, да? Викинга, точнее, нового викинга, с которым ты должен разобраться вначале. Здесь нет определенных подсказок. Как бы они есть, но такие поверхности. Вот как вот я там должен, извините меня, подбить вот этих вот чертовых улиток? Вот как? Ну? Я могу вот перейти сюда, да? Передвинуть вот в данный момент я никого не могу. То, что ты крепкий, это... Мне по барабану, что ты крепкий. Мы убили. Дальше, что мы с вами делаем?
Переместиться, я так понимаю, мы не можем ни вверх, ни вниз. Мы идем только лишь по прямой. Мы идем с вами по прямой. И вот этого мы отодвигаем, предположим, сюда, да? И что дальше? Дальше мы передвигаемся сюда. Вот этого можем передвинуть сюда. Так. А. Так погоди, а же это мне ничего не дает. Ну давай попробуем, ребят. Раз. Два. Вот так, да? Все, я теперь понял. Смотрите, что происходит. Мы убиваем этого. И у нас еще остается ХП для того, чтобы уничтожить этого. Да, вот все, теперь понятно. Так, двигаемся далее. Двигаемся с вами далее. И победа. Ну, как сказать, он такой, нахрапчиком, это Плута. Он идет нахрапом. Он, если первый наш Тор такой, скажем, думает, да, более смекалистый, то этот основной квест, мастер Плутон, я не удивлен, что вы пережили крушение. Может присоединиться к вам с мастером Торком? Неразумные вопросы. Еще меня спрашивал главное, можно, конечно можно, даже нужно победить 7 соперников. То есть я сейчас буду играть что ли двумя, получается, нет? Нет, ребят, никакими двумя я не буду играть, и мне нужно победить 7 соперников. Как я тут, блин, тебе это должен сделать? Я могу, конечно, этого вот этого вот ханорика двинуть. Двинул я его, да? Теперь могу просто атаковать. Ох, что это такое разбуянилось-то? Так, слушай, а мне, наверное, хватит, да? У меня... Погоди-ка, у меня 4 хп. А, нет, секундочку. Так, 4 хп, этого недостаточно. Этого... Блин! Слушай, а как я тут должен тогда был сделать? Смотри, у меня ровно 3 здоровья. Раз, он мне ударяет. Два. А, ну я на пределе, да, выигрываю. На последних микронах. Ясно. Так. Ага. А почему только одну энергию-то мне дали? Эй! Ладно, тут вариантов не так много. Я могу только этого паршивца вот сюда вот сдвинуть. Так, а подожди, у меня одно сердечко. Как я должен тут выиграть? Слушай, я что-то, видимо, неправильно делаю. Мне дали энергию, а здоровье-то не восстановили. Почему? Ну вот я сейчас бомбану, и все, я погибну. Погоди-ка секунду. А в чем тут, собственно говоря, прикол? В чем, я спрашиваю, у вас прикол? Понятно. Этого гаврика надо было... Все, ребят, пардончи. Я понял, начать уровень заново. Я понял, что нам тут нужно сделать. Так, мы сюда идем. Вот этого гаврика мы можем просто-напросто отсюда вот убрать. Так вот, оп. Да, отлично. А вот этого... Вот этого, наверное, нам придется бомбить. Этого нам придется... Или же мы можем... Знаешь, что сделать? Вот сюда мы его откинем, да, предположим. Предположим. Давай теперь атакуем. Раз. Два. Ага. Так, энергии ноль. Слушай, погоди-ка. Хорошо, бомбанул, плюнул, да? Так. И у нас опять с вами очень мало здоровья. 2 единички. Плюс 1 энергию нам всего лишь сейчас подкинут, да? 2 энергии подкинули. Хорошо, давай мы сделаем так. Этого мы, естественно, с вами можем отодвинуть. Сюда. Этого вниз, да? Ой! Пардон, ребят, я не то сделал. Я не то сделал. Так, смотри. Господи, я все время забываю, что нужно нажать. Нужно нажать. Так, тебя вот сюда уберем. Так, тебя мы уберем вот сюда. А тебя придется атаковать, парень. Да хочет этого или нет, но придется атаковать. Так. Победа. Все, ребята, идеально. Я считаю, идеально. Основной квест мы с вами выполнили. Плута получает опыт. Причем-то здесь зеленый, здесь фиолетовый. Что-то странное. Плюс наверху, если вы не заметили, там у нас какие-то... Так. Подожди, так я же прошел. Что? Вон, ребята, видите, тут еще какое-то пиво будет. Неразумные запросы. Если не хотят жить, подпорки им не видать. Пройти 6 этапов.
6 этапов нам нужно. О, смотри-ка. Мы уже с вами вдвоем. Плутон, ты как раз вовремя. Эта слизкая морда хочет забрать у меня подпорку от столика. Как мы пытаемся объяснить уже несколько часов. Это священное изваяние, а не подпорка. И мы безнадежно в нем нуждаемся. Мы обещаем приятнейшую компенсацию. Да, господин посол, мы приносим извинения за... Я буду приятнейше защищать мою подпорку, пока жизнь не покинет мое тело. Дикари, моя охрана и ловушки положат конец вашим делам. Да, мне все ясно. Ну что, ребята, поехали? Я так понимаю, что у меня может пройти любой викинг. Или должны все просочиться здесь? Как вы думаете? Сейчас проверим. Так, да, в принципе, этого можно и так бомбануть. Ну, на выход. Ага, значит, я должен всех проводить. Это немножко усложняет мне задачу. Так, давайте сюда отодвигаем их всех и проходим. Так, что здесь? Так, получили немножко энергии. Немножко энергии. Так, танки могут толкать и предметы. А, в других полосках? Ты что, серьезно, что ли? Ну-ка, проверим. Серьезно, что ли, ты можешь? Да нет, по-моему, не может он толкать в других полосках. Или мне нужно встать сюда? Может, ребята, может, еще как может. А давай так сделаем. Ага. Ага. На-ка. Так, что бы нам здесь такого хитренького сделать? А, в принципе, ничего не надо делать. Смотрите, мы что с вами сделаем. Бомбанем сюда. Она бомбит. Так, и последний удар. Тенец. Так, и добиваем, конечно же, эту козявку. Забираем золотишко. И двигаемся. Тут у нас путь абсолютно своим свободен. 7 этапов. Согласись, это не кисло будет. Так, что же нам тут сделать с вами? Толкать сюда. Они друг друга будут кусать. Или не будут, нифига. Так, давай мы, наверное, сделаем с вами. Так, он сюда, если... Блин, подожди. Немножко заковыристо здесь у нас получается. Ой! Ладно, фиг с ним. Лопухнулся, так лопухнулся называется. Что нам сделать? Так, во-первых, я вот эту вот ерунду должен подбить. Это в обязательном порядке. Ага. Так, у меня 2 здоровья. Если ты перейдешь вот сюда и толканешь мне вот эту вот улитку вот в этом направлении, что мне это даст? Не знаю. А если ты сюда встанешь и вот этого вот, вот сюда? А? Бомбим, конечно, ребят. Твою ж налево. Немножко не так сделал. Немножко не так сделал. Так, ну, конечно, погибнем. Конечно, погибнем мы с вами. Хотя, если... Ай, он назад уже ходить не может. Ясно. Так, укусили. Ну, сейчас этот этапчик, ребят. Этот этапчик мы с вами переиграем, я хотел сказать, да? А что, прошли, что ли? Ну, он один. Он один. Ловушки на чьей стороне? Такие. Что за ханорики? Ладно. Да что это за морды-то такие, а? Противные. Так. Кто-кто, что там? Деревянная ловушка. При попадании в нее удара ловушка выстреливает снаряд и самоуничтожается. Самоуничтожается. Даже так. Иди это отсюда. Так, бомбим. Раз. Два. И двигаемся сюда далее. Что нас здесь поджидает? 2 энергии я получил. Слушай, ну, меня это... Да, ребята, к сожалению, у меня закончилось свободное место на жестком диске. И я начал, ребята, рендерить видео и увидел, что видосик закончился на какой-то ерунде, не на пройденной миссии. Поэтому мне пришлось сейчас, в данный момент, доснимать. Так, ребята, в общем, у нас цель такая. Подзарядились. Кто ж не любит зелье? Играть.
Так, у меня два викинга. И мы с вами продолжаем играть. Так, пройти... чтобы пройти этот уровень, вам нужно пройти три этапа. В принципе, все довольно легко и просто. Я думаю, что вы поймете дальше, почему именно все легко и просто. Смотрите, что мы с вами делаем. Подленький трюк. Шоколадно? Отлично. Так, этого охламона мы с вами добиваем. Отличненько. И у нас еще есть даже заряд на выстрел. Так. И еще один выстрел. Замечательно. Так, продвигаемся все вперед. Сколько там нужно этапов? Три этапа нам нужно пройти. Ух ты! Взламывайте сундуки, в них полезные предметы. Обязательно взломаю, но сначала мы сделаем вот этот выстрел. А? Так, что это такое, ребята? Я получил какую-то пробирочку. Так, погоди-ка, что бы мне сделать поэффективнее? Понимаешь, вот этот вот охламон, он один здесь стоит. Если я, например... Слушай, погоди-ка секунду. Что мне здесь? Все, я понял, кажется. Ой, подожди, не надо бить его. Мы, давай-ка вот тебя вот сюда сместим. Так, погоди. И пройдем. Да подожди, ты говорю. Пройди, пожалуйста, вот сюда. Так, ну а ты, родной мой, вжаривай. Шикарно. Да, то, что нужно. Так, и добиваем. Так, это уже круто, ребята. Так, у нас еще есть одна энергия, поэтому, с вашего позволения, я бомбану. Ой-ой-ой-ой-ой, как зарядил-то. Как он, ребята, мне сейчас зарядил. И знаешь что? Что это очень плохо. Знаешь почему? А потому что я ничего не смогу дальше сделать. Если он у меня один пройдет, то этот же викинг у меня, к сожалению, не сможет пройти. И нас, соответственно, сейчас бомбанут. Меня бомбанули, но этот-то у меня прошел. Прошел. Так, давай посмотрим, что у нас тут выпадет. Это что за пробирка? Погоди-ка, как я это могу? Восстанавливает до 2 баллов энергии. А восстанавливает до 2 баллов жизни. Даже вот так вот. Ага. Ладно, я могу что сделать? Вот этого вот охламона я могу отодвинуть. Отлично. Также я могу отодвинуть и... Да ёпрсете. И вот этого вот упырька. Ну, а здесь, как ты понимаешь, мне придется драться. Хочу я этого или нет. Но, тем не менее, я смогу пройти дальше. Я прохожу далее. Так, победа. Ну, тем не менее, пускай даже Торг наш погиб, но зато Плута прошел. Так, ну, а мы с вами двигаемся дальше. Так, что у нас? 150 золота. Ребята, что я могу... Давай сюда зайдем. Давай сюда зайдем и посмотрим. Обновления. Какие обновления? Нет обновлений никаких для корабля. Команда моя... Команда моя нормуль. Так, у нас еще, ребята, две ячейки. Так, эта ячейка сейчас заблокирована. Чтобы ее открыть, нам нужно найти одно определенное улучшение корабля и нанять еще одного викинга в команду. Я понял все. У меня есть две дополнительные энергии, да, есть дополнительные здоровья дополнительные. Так, с вашего позволения я перемещаюсь вот сюда. Ну, мы будем сегодня двигаться или нет? Охота на золото. Собрать золото 40 штук, и награда у нас какая-то, ребята. Викинг несет, нанесет 2 единицы ущерба при следующей атаке. Соль. Давай играть. Теперь каждый раз, когда вы проходите уровень, он будет выглядеть по-новому. Если вам нужно больше золота или опыта, можно заново пройти любой уровень. Любой уровень я могу пройти, ребята, заново. Это, кстати, хорошо. Этот посол, похоже, не шутил. Они и правда принесли кучу золота. Давай заберем это все, Плутон. Собрать золото 40 штук. Естественно, будем с вами забирать. Так, но прежде нам нужно здесь немножечко с вами подумать хорошенько, что мы можем с вами сделать. А мы можем с вами... Твою же налево. Эти повернуты сюда, значит, они будут атаковать передние, да? Ну-ка, проверим, ребят. Ну, да. Атакует именно туда, куда он смотрит. Слушай, погоди. Ну, у меня же не хватит энергии, получается, так? Ну, этого я добью. Этого я добью сразу, причем. Но мне нужно кое-что другое сделать. Так, давай-ка мы с тобой... Так. Сюда.
Так, а вот этого Гаврюшу мы с вами просто уничтожим. Просто убьем его. Вот так вот. Так, ну и для прикола нам нужно сделать вот так вот. Смотрите. Бомбим. Так, и еще. Эть. Хотя ладно, да. Оу. Золотишко наше. Золотишко наше. И вот этого охламона убиваем. Все. Дальше продвигаемся. Интересно, а какой мы уровень сможем с вами пройти? Может быть, тот, на котором я остановился, где у меня, точнее, закончилось... место на жестком диске. Так, здесь будет атаковать. Ну ладно, давай мы, короче, вот сюда бомбанем. Так. Шикарно просто. Сами себя, грубо говоря, поуничтожали, да? Ну, этого мы можем спокойно бомбануть. Здоровье у нас позволяет это сделать. Кувшинчик. Вот это я, наверное, бомбану. Так, этот я тоже уничтожу. Так, сколько? О, все, мы с вами заработали нужное количество золота, соответственно, этот уровень пройден. Награда, соль, две штуки. И это круто. Что же за основной квест у нас тут? Пройти уровень финальная разборка, чтобы получить две койки какие-то. Хорошо. Так, а как же я могу вернуться, ребят? Вот как я могу вернуться на корабле в самую-самую первую локацию? Никак, по ходу дела, да? Часть вторая. Вот в первую часть я могу как-то вернуться или нет? По ходу дела не смогу, ребят. Ой! Ух ты! Вы наши любимые покупатели, говорит какая-то бабуля. Лавка, товары, обновления. Ух ты, это что такое? Восстанавливает до 1 балла жизни. Ранец полон. А, у меня точно, у меня ранец, ребята, полон. А это что такое? Восстанавливает до 1 единицы энергии. Ну, слушай, пока у меня все есть. Вот эти ячейки открытие, понятно, нужно пройти определенное улучшение. Ну что же, друзья, давайте, наверное, еще одну миссию сделаем и будем на этом с вами закругляться. Здесь появляется таинственный персонаж — капитан Черная Раковина. Слушай, может быть, мне дадут еще одного героя? Тихо, 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 тихо. Я понял. Так, смотри. Сделаем сейчас немножко с вами по-хитренькому. Вот этого мы сюда переместим, да? Этот бомбит. Так, еще. Ой, не то, не то, не то. Да, господи, его можно было бы и так бомбануть. Зачем? Зачем я это сделал? Так. Ха-ха. А как мне, интересно, нанесите удар, чтобы узнать, что внутри? Это, конечно, все заманчиво — нанести удар, но... Так, куда бы тебя, чувачок? Давай сюда, наверное, сдвинем, да? Вот так вот мы тебя уберем. Так, хорошо, давай подумаем. Если я сюда... Ну, давай, давай, давай. Давай я заряжу сюда удар. Так, этого мы уничтожаем. Единственное, что вот этот, конечно, ребята, у меня сундучок прогорает. Прогорает. Я не смогу его тронуть. Так, ну что, я думаю, что ты справишься с этими охламонами-то здесь, да? Я думаю, для тебя это не проблема, Плутон. Так, и проходим все дружненько дальше. Так, у нас есть... Ой-ой-ой. Так, если он бомбит сюда... Да что ж такое-то? Погоди секунду. Мы сделаем, знаешь, как с тобой? Смотри, я вот этого вот... А, вот так вот. Хорошо. Тогда давай мы его, наверное, еще вот сюда переместим. А тобой вот так вот зарядим. Ну. Так, хорошо, вроде бы, да, получилось. Вроде бы хорошо, вроде бы неплохо. Хм. Так, подожди. Давай-ка мы вот бомбанем сюда. Раз, два, три. Так, ты у меня, родной, просто их добиваешь по одному, всех. Без исключений. Так, этот бомбит сюда, сюда, сюда. Короче, нам нужно стрелять в этого. Погоди-ка, в этого. Так, погоди-ка. У нас энергии не так уж и много. А у тебя и вообще ее нет подавно. А как же нам тогда... А, чё я, ребят... Я же могу их просто бомбануть и все. В конце-то концов. Мне ничего не будет.
Да, именно вот это я и хотел сделать. Так, теперь этого. Все. Ну и у тебя должно хватить энергии, чтобы выжить. Не надо придуряться только мне. Я знаю, Плута, что ты крут. Все, Малорик, пробегаем с вами далее. Так, что у нас дальше? Дальше какая-то хитрость у нас идет. Так, эти друг на друга почему-то смотрят. Погоди-ка, секундочку. Если я стрельну сюда, они... Ну, хорошо, давай. Или вот сюда. Нет, наверное, нам лучше вот сюда вот бомбить. Да, лучше сюда. Ага, вот так это все вышло. Теперь этого ты уничтожишь на изи. На изи, да? Тут толкать нам нет смысла никого, да? Потому что здесь, ну, в любом случае мы ничего не сможем с вами сделать. Единственное, что я могу вот сюда бомбануть. Нет, лучше вот сюда. Нет, лучше вот сюда все-таки. Куда лучше, я не знаю, давай сюда. Ага, так, отлично. Давай, теперь вот сюда вот, может быть. Ну, давай сюда бомбанем, хорошо. Угу, все. Так, дальше мы с вами уничтожаем улиток этих двух. Они сами себя уничтожили. Так. Хорошо. И добив... Погоди, погоди, у нас... А, нет, в принципе, да, ребята. Все. Пробегаем дальше. Пробегаем дальше. И у нас... Ой, ёлки ты палки, что творится-то? В общем, мы с вами должны бомбануть вот сюда. Это как пить дать. Смотри, что происходит, если мы с вами сейчас... Или же вот сюда все-таки. Нет, все-таки я бомбану сюда, ребят. Смотри, сейчас что будет. Обалденная цепная реакция. Мне это очень понравилось. Но самое интересное, то, что у нас здесь мало здоровья. Можем, конечно, использовать на Плута. Сердечко не помогло почему-то мне это. Почему-то не помогло, ребят. А как мне тогда сделать? Ну, давай выстрелим, хорошо. Выстрелим сюда. Вот так вот. Предположим, ребят, да? Ну, вот, иду сюда. А хпшечки мне не хватает для чего? Как это сделать? Как применить, например? Вот. Ага, вот так вот. Вот так это, ребята, делается. Ну, и, конечно же, тогда мы с вами здесь проходим. Пошлите, пошлите, ребята. Так, что дальше у нас тут? Пум-пум-пум-пум. Куда нам нужно бомбануть? Нам нужно бомбануть, я даже не знаю, куда, если честно. Тут очень-очень-очень хитро все сделано. Тут надо хорошенько подумать, на самом деле. Если я буду атаковать сюда, это будет в холостую. Так же, как сюда, тут тоже в холостую, ребят. Единственный варик, это вот сюда бомбить. Вот сюда, смотреть, что у нас получится тогда. Так. Фигня получилась, да? Полная причем. Давай-ка мы сюда Плута передвинем. И попробуем. А, ты вот этого не можешь сдвинуть, да? Тогда плохо, на самом деле, все. Так. Еще один выстрел у меня есть в рукаве. Ну, в любом случае, мне не хватит энергии, ребят. Мне нужно здесь погибать. Короче, давайте погибать, чтобы этот уровень начать именно вот это место сначала. Начать. Так. Ну, сюда мы тебя передвинем, предположим. И давай еще, наверное, вот сюда. Так, а ты, предположим, бомбанешь вот сюда. Да. Погиб. Так, здесь мы с вами забираем золотишко. Этого мы уничтожаем. Ой. И проходим дальше. Победа. Ну, с горем пополам все-таки я прошел. Так, о, опять. Эти бестолковые викинги в гроб меня сведут, это точно. Они готовы рискнуть всем, что у нас есть ради бесполезной каменюки. Я сам направлю сообщение послу улиток и решу этот вопрос. Экран замигал. И таинственная фигура возникла на одном из терминалов Одина. Вы не посол. И кто же вы в таком случае?
Ахой, меня кличут капитан Черная Раковина, гроза семи систем. Да, ты веселый малый, как я погляжу. Может, договоримся? Договоримся, я весь внимание, миледи. Изваяние нам ни к чему не сгодится. Отдай его мне, и вас оставят в покое. Да это же гениально, как я раньше об этом не подумал. Но как бы мне не хотелось быть героем-миротворцем, я ни за что не предам мастера Торка. А если я дам тебе мешок золота? А впрочем, учитывая всю серьезность ситуации... Один телепортирует золотого идола к капитану пиратов. А мне все равно не нравится эта дурацкая подпорка. Ты не пожалеешь, дружище, приятно иметь с тобой дело. Надеюсь лишь на то, что мастер Торг никогда об этом не узнает. За спиной обманул Торг своего хозяина. Да, ребята, как-то вот так вот. Ну что же, друзья мои, надеюсь, мне... Что? А золото куда полезнее, чем подпорки для стола. Так почему бы вам не собрать еще чуток? Обязательно, ребят, соберем еще чуток. Потом, наверное, мы с вами стартанем на другую, видимо, планету. Или еще что-то в этом роде. Мы обязательно с вами увидимся. Увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру, если она, конечно, вам понравилась. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.